Здравствуйте, друзья! И сегодня я расскажу, сколько я за последнее время получил денег на YouTube. Ну, пользуюсь я программой GT Russia. Вот так вот она выглядит. GT Russia. Вот, это мой личный кабинет. И здесь вот можно найти вот так вот. За последние 30 дней $26. Вот, мой доход. Просмотры 84 тысячи просмотров за 30 дней. Видите, на 13% меньше, чем в прошлом месяце. И количество подписчиков 153, на 6% меньше, чем в прошлом месяце. Это, значит, панель управления, доходы, статистика, платежи, приложения. Ну, давайте сразу пройдем к платежам. Вот нажмем. Сейчас откроется менюшка. Вот, причитающаяся сумма — это $0, потому что мне уже сегодня заплатили. Вот, последний платеж, вот видите, 31 мая был $38, и всего выплачено $229. Это за, ну, так скажем, почти за год. Ну, доходы маленькие. Вот, смотрим. Вот они, выплаты. Выплаты осуществляются, смотрите, вот по таким дням, это даты платежа. Вот с апреля 2018 года у меня начались выплаты. До этого я был в другой партнерской программе, но сейчас вот в этой. И вот они все платежи: 38, 56, 33, 21. Вот. И вот всего $229. Доходы, друзья, небольшие. Но я и не стараюсь как бы зарабатывать именно на YouTube. Хотя это можно делать, если планомерно развивать канал, выполнять массу всяческих рекомендаций и требований, которые предъявляет YouTube и продвинутые блогеры. Вот, у меня это хобби, и знаете, когда ежемесячно падает какая-то маленькая сумма, вот я сейчас открою вот Яндекс, посмотрите. Так, Яндекс. Хорошо, почту сейчас открою. Вот последняя у нас вот была, видите, смотрите. Так, где? Яндекс деньги. Ваш кошелек пополнен. Вот мы нажимаем сюда. И вот смотрим. Смотрите. Деньги успешно зачислены. 1 июня через систему такую-то пополнение. 2377 рублей 11 копеек. Вот. Сумма небольшая, но, в общем-то, на эту сумму вполне можно на Алиэкспрессе купить, допустим, экшн-камеру, которую я вот и делаю сейчас большинство съемок. Поэтому, друзья мои, те, кто снимает видео, снимайте видео, набирайте подписчиков, чтобы сейчас присоединиться к программе AdSense, нужно 1000 подписчиков, и в GT Russia нужно, ну, я сейчас не помню. В общем, главное, знайте, что это возможно, что можно получать какие-то копеюшки вот практически за ваше хобби. Снимаешь, выкладываешь, снимаешь, выкладываешь, снимаешь, выкладываешь и получаешь. Немного, но это приятно. А присоединяйтесь к программе GT Russia по моей ссылке, которая внизу будет сразу под описанием. Ой, вернее, сразу под этим роликом. У меня сейчас, ну, так скажем, один реферал, и я получаю тоже немного. Сейчас я вам покажу. Так, вот, смотрите. Рефералы.
нажимаю сюда. Так. Сюда. И вот все, кто пытались присоединиться, вот, но, к сожалению, мало. Присоединенные у меня один. Сейчас приглашение 0, неподходящих целых 24, и заработано $10 только вот заработано на том, что кто-то подписался по моей ссылке. Вот, подпишитесь под моей ссылкой, а кто-то потом подпишется под вашей, и так мы, партнеры программы GT Russia, друг другу помогаем. Всего доброго, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь по этой вот ссылке, которую я сейчас дам вам. Всего вам доброго, до следующих встреч!